Ты гражданин наполовину. Ты полужитель, полугражданин. Я сейчас объясню свою мысль. Чуть-чуть обидно звучит. Но это правда. Чуть-чуть обидно. Нет, я как гражданин пошел и проголосовал. А ты можешь стать президентом? Нет, я не могу стать президентом. Ты только голосовать можешь, а президентом стать не можешь. Но я 5 лет на госслужбе не работал, я поэтому не могу стать. У нас же есть закон о выборах. По Конституции, вот чем отличается гражданин от жителя? Вот смотри, есть грин-карта в Америке, да? Это все те же права, что у гражданина Соединенных Штатов Америки. Нет одного права. Избираться президентом и избирать президента. Голосовать, да. И они этим правом очень дорожат, американцы. Посмотрите, как граждане Америки чуть-чуть свысока смотрят на владельцев грин-карты. Они им всегда напоминают, вы жители, мы граждане, а вы жители, мы граждане. Понимаете? И вот это вот право голосовать и право избираться, это существенным образом возвышает их над владельцами грин-карт, над жителями США. Вот. Если посмотреть по закону о выборах, да, по Конституции, любой гражданин, чем отличается? Тем, что он может избираться президентом и выбирать президента. И выбирать. Вот. Житель этого не имеет, тот, кто имеет вид на жительство. У тебя есть право только избирать. Избираться благодаря закону о выборах у тебя нету. Потому что ты не работал на госслужбе 5 лет. Ну, вообще, я бы сказал, сомнительный фильтр такой, да? Дело в том, что в нашем обществе госслужащий имеет гораздо более низкий авторитет, чем обычный гражданин, который на госслужбе не работал. Вот. А человек, проработавший 5 лет на госслужбе, имеет вообще авторитет очень плохой. Потому что госслужба Казахстана – это не госслужба Японии. Угу. Госслужба Японии, понятно, там можно было сказать, фильтр такой вводят, потому что там абсолютно с безупречной репутацией люди работают и так далее. У нас же это не так. Да, если что-то японские сделают чиновники не так, там вплоть до харакири, да, довернут их. Поэтому японский госслужащий – это человек с безупречной репутацией. А есть ли это характеристика для нашего госслужащего? Нет. В народе имидж госслужащего очень низкий. Поэтому я бы сказал, это антифильтр. Раз. Второе. Ты не можешь самовыдвинуться. Тебя должна выдвинуть республиканская партия какая-нибудь или республиканское объединение, которое также находится под контролем власти. Этот закон о госвыборах был принят при Назарбаеве. И понятно было, с целью того, чтобы его, не дай бог, никто не снял с этой власти. То есть он так крепко за нее держался и убирал все любые возможные риски его единоличной власти. Но этот закон о госслужбе утратил свой смысл сейчас, уже на Казахстане. Поэтому этот закон о выборах, который низвергает 99,9% населения до уровня жителей, а не граждан, надо отменять. Его надо отменять, в частности, у нас предстоят выборы там, в парламент, в партию и так далее. Партийные, там, ну, вот сейчас, сейчас, да, будут выборы, скорее всего, отменять. То есть надо, чтобы жители страны имели доступ. Доступ к своим делегатам, которые могут защищать их права. Это нормально. Потому что если этого не будет, да, все равно ПАР должен найти выход. Если вы не дадите возможность конституционно через своих представителей влиять на принятие решений, то, извиняюсь, вас заставят это через площадь и через митинги и массовые протесты. Мы Кантар уже видели. Если мы не хотим повторения этого, когда нас вынудят это делать, мы должны создать нормальные каналы, цивилизованные, по которым страну не лихорадят, по которым как бы мы не несем человеческие жертвы. Понимаете? Нам надо сделать так, чтобы народ имел своих представителей во власти, которые зависят от него, которые в следующий раз не будут избраны, если не будут защищать его интересы, но которые на самом деле позволят нам иметь обратную связь между властью и народом. Если этой обратной связи не будет, мы узнаем об этой обратной связи на площадях.